Магомед, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Диана. Вы меня сейчас хорошо слышите? Хорошо слышу. Я звоню вам по поводу вашего зарабатывания. Дело в том, что я смотрю, ранее мои коллеги уже вам, видимо, звонили, так? А вот был диалог. Вы кто, девочка? Я финансовый эксперт в компании FinInvest. Вот. Собственно, ваша заявочка компания? У нас... Какая компания? FinInvest, вот. Ваша заявочка висит у нас. Какой толк вам, да, сейчас просто название? Вы мне скажите, вы на данный момент, если не работаете с нами, у вас есть сомнения какие-то? Какие сомнения? А как Анна? Кто Анна? Что? Как вас зовут? Я бы не представили. Диана, вы что, плохо слышите меня, что ли? Да здесь мужчины ездят. Почему вы каждое слово переспрашиваете? Мужчины ездят, мужчины плохо слышно, мужчины ездят. Вы прошли регистрацию, интересовались дополнительным доходом, верно? Верно. Ой, падаю. Верно. Ой, как болит-то все. Магомед, вы разговариваете сейчас с кем? Со мной или с другом? Да, конечно, я слушаю вас. Ну что вы, конечно. Если вы меня не будете слушать, я не буду на вас тратить время, понятно? Потому что я вам сейчас рассказываю серьезные вещи, да? Ага. Вот вы сейчас где работаете? Говорите, машины едут. Вы где работаете? На работе где? С кем вы работаете? Я работаю, обычная работа, что обычная работа. Ну вот, а ваша жизнь может круто поменяться, понимаете, в лучшую сторону. Что-то. Ну понял, круто поменяться. Слушайте, у меня такое чувство, что вы сейчас просто сарканите, поясничаете, да? Диана, нет. У вас ранее, скажите, был уже опыт подобный заработать в похожей сфере, инвестиций или вообще, в принципе, в интернете? Почему вот сейчас решили? А что за в интернете работа такая? Это что за работа? Я вот у вас и спрашиваю, расскажите, хочу узнать. Где вы раньше работали? А раньше когда? В какие года вы имеете в виду? В этом году. В этом году я там же, где работаю, и работал я там же. А где работали и работаете на данный момент? Ну, обычная работа, Диана, ну что мы будем об этом говорить? Там, где работать надо, да? Ну, обычная работа, да, где работать надо, конечно. А, понятно. Угу. А в какой сфере работаете? Ну, обычная такая сфера, ну что вы, Диана, ну такая сфера. Да вы что, только слово обычное знаете, что ли? Обычное и обычное. Почему? Нет. Нет, я разные слова знаю. У вас что, очень скудный словарный запас, что ли? Нет, Магомед, у меня хороший словарный запас. Ну, пока что я этого не вижу. Да не, ну, Диана, ну что вы мне много так вопросов задаете. Где работаете? Магомед, я вас конкретный вопрос спрашиваю, где вы работаете? А вы где работаете? А вы что, не поняли в начале разговора, где я работаю? Я же вам сказала, центр финансовых инвестиций. Я инвестирую и также даю возможность клиентам зарабатывать на учебе. Ну, я тоже работаю в центре, только не финансовых инвестиций, а других не инвестиций, а других. Но тоже это центр. Центр. Что за центр? Магомед, вы просто придумываете такую смешную какую-то вещь на ходу, просто бред называется, знаете? Ну, почему бред, не бред? Ну, потому что люди, которые, не придумывают, а говорят по факту, да, по правде, то они как бы знают, где они работают и могут спокойно сказать, а вы выкручиваетесь как уж. Да, ну почему уж, какой уж? Я просто вам вижу. Слушайте, Магомед, конечно, я вам хочу сказать то, что если вы привыкли, время свое тратить там на пустую болтовню и просто сидеть привыкли. Работать, я не знаю, чем вы там занимаетесь, то я нет. И поэтому не как бы вы должны понимать. Нет. Или вы со мной сейчас разговариваете, да? Конечно, или общаетесь? Я вам пытаюсь донести свою мысль, Диана. Вам пытаюсь донести то, что здесь мы не шутки шутим. Ну-ка, никаких шуток. Хорошо, Магомед? Никаких шуток. Поэтому не включайте, пожалуйста, какого-то человека необразованного, хорошо? Я просто вам объясняю. Вы понимаете, вы меня спросили первый раз, где я работаю. Но слышно же, что я не очень хочу говорить, где я работаю. Ну зачем по несколько раз это все переспрашивается? Магомед, дайте я вам объясню, потому что я эти вопросы задаю не для личного интереса, мне, в принципе, все равно как человеку, да, но для того, чтобы у вас была возможность работать, да,
я должна вам задать эти вопросы, потому что у меня есть клиенты, которые зарабатывают, например, 20 тысяч рублей, да? Есть, которые 500 000. Исходя из этого, как бы я уже буду смотреть, как, какие акции, что, как вам предлагать, потому что у вас может быть вообще даже мышление, ну, отличаться, понимаете, этих людей, которые зарабатывают уже миллионы или 100. Они не будут так, как вы, вот, сидеть и смеяться, потому что они понимают, что это все серьезно, а я даю жизнь. Смеюсь. Какой тут смех? Ну что вы, какие тут смехи? Ну, я понял вас, Диана, я вас понял. Ну так, а что вы по итогу скажете мне? Мы с вами вообще вот будем работать? У вас вообще есть искра, желание изменить свою жизнь, да? Есть желание. Ну, у меня есть желание изменить свою жизнь. Есть желание. Ну вот если есть, тогда отвечайте на мои вопросы, хорошо? Вот так вот. Потому что мы... Ну тогда, ну я же вам объяснила, потому что как мы будем работать? Ну, это так же, ну, знаете, когда вы приходите куда-то на работу, а вам ничего не говорят, и говорят, да, пришли в новую сферу. Не перебивайте меня, когда я разговариваю, понятно, Магомед? Когда вы говорите, я вас слушаю, да? Когда я буду говорить, то вы молчите. Понятно? Понятно. Да. Вот, хорошо, замечательно. Я вам еще раз говорю, когда вы пришли на работу, и вы приходите, да? И вам ничего не говорят, а просто сразу работать, да? Ну вы же так не сможете работать, правильно? Нет, правильно. Потому что вы ничего не понимаете. Вот, так же и здесь. Если вы хотите заработать, то тогда вы, ну, должны ответить. У нас должен быть какой-то коннект, понимаете? Connecting people. Я понял. Так вот, все-таки, где вы работаете? Я работаю дворником. А теперь давайте вы серьезно ответите на мой вопрос, да? На какой? Только давайте на чистоту, где вас так сильно вот обманули на деньги, что вы теперь просто такими дурацкими методами вот прикрываете это? Я вас сейчас не понял, кто меня обманул? Когда обманул меня? Ну вот, а вот расскажите мне, не знаю. Вот я вас спрашиваю конкретно, кто, где вы уже пытались заработать, что вас обманули? Да как кто? Диана, вы мне скажите, вы говорите, меня обманули. Кто меня обманул? Я вам вопрос задаю. Вы не говорите со мной, пожалуйста, вот так вот в один миг, понимаете? Тогда я ничего не слышу, вы тоже. Ага. Хорошо, хорошо. Магомед, потому что если вы будете говорить со мной в тон, мы не поймем друг друга, ясно вам? Ну, конечно, ну что вы, Диана, конечно, понятно. О чем разговор? Ну так вот, где вы пытались до этого работать? У меня есть клиенты, которые приходят из сетевого маркетинга, да, например, пирамиду. Их обманывают. По вам это слышно сразу, то что вас уже раз, ну как бы, вы теряли деньги. Потому что, ну вы несерьезно как-то относитесь. У вас есть какой-то страх, что ли? Сколько вы, много потеряли? Да как где, Диана, где потерял-то я? Я не могу понять, где я потерял. Нигде я не терял ничего. Ну вот и расскажите. Расскажу, конечно. Где я потерял-то? Я ничего не терял. Вы что, не мужчина? Вам сложно признаться? Стыдно, что ли? Нет. Магомед. Я признаюсь во всем, только скажите, в чем признаться? Ну я не... Что потерял-то? Где я потерял? Давайте на чистоту с вами общаться. Ну, конечно, на чистоту, Диана. О чем разговор? Чистота, ну, так, я помылся, тем более, недавно. Вы что, пьяный, что ли? Я не понимаю, Магомед. Нет, какой пьяный? Нет, ехать уже скоро надо. Какой я пьяный? Там меня не поймут, если я пьяный приеду. Да я не пьяный. Нет. Вы ошибаетесь. Магомед. Да. Слышите меня? Конечно. Вы чего дурачка из себя включаете? Ой, голос другой стал. А что это голос? Да, другой стал. А вы кто? Потому что. А вы кто? Диана. Нет, это до этого была Диана, а вы, значит, вы другая. Да, я ее руководитель. Да, я ее руководитель. А вы как, вас как зовут? Тоже Диана? Тоже Диана? Нет, меня зовут Анна. Рот закройте меня, слушайте, не перебивайте меня. Вы Анна? А где Диана? А где Диана? А ты что? Куда? Здесь не в этом суть, Магомед. Почему? Я же с Дианой разговаривал. Об разговоре девайзе. Вы пьяный сейчас или что? Вы бухаете? Чем я бухаю? Мне ехать скоро надо. Куда бухаю я, Анна? Вы что? Давайте на чистоту. Давайте. Смотрите. То, что вы сейчас... Закройте рот, я сейчас разговариваю. Или это непонятно? Грубый вы, Диана, какой.
Анна. Меня зовут Анна. Ну, я говорю, Анна, вы что, вы не можете этого запомнить или что? А вы группы, Анна, группы. Такая же, как и вы, Магомед. Потому что у вас, к сожалению, нет яиц, и вы не в силах признать то, что вы просто, ну, скажем так, прикалываетесь. Да закройте вы свой рот, вы можете закрыть рот и послушать меня, что я вам говорю, или нет? Или у вас вашего ума не хватает? О, какой жестячок, мне это нравится. А вы злой, Анна, ну, классно, замечательно. Злой. Рот закройте и меня слушайте. А где яйца? А у вас есть? Еще раз я задаю, я сказала сейчас отвечать Анна, на мои вопросы. Анна, у вас еще раз яиц? Я задаю вам рот. А у вас сколько яиц? Еще раз задаю вопрос. Давайте. У вас хватит совести признать, что вас просто кинули на деньги, кто? И теперь, соответственно, вы троллите где-то А кто кинул на деньги-то меня? Диана. Я откуда знаю, кто вас кинул на деньги? Да вы мне скажите, кто. Вас там не написано? Без малейшего понятия. На бумажке не написано, ни на какой на бумажке? Нет, у меня по бумажке ничего не пишется. Меня, ладно, я тебе сказать, вам скажу, Диана, меня один мужик кинул, на деньги. На 100 тысяч долларов США, мужик один кинул. Ну, это, конечно, расскажите мне. Мужик. И как же он вас кинул? На деньги, 100 тысяч долларов США, мужик один кинул, мужик. И каким образом он вас кинул? Ну, слушай, мы так, я такой чел, такой, опа, сзади. Говорит, я такой, опа, поворачиваю такой, раз, и кинул меня. Как. Знаете, что самое интересное, Магомед, что вы настолько нищий и тупой человек, вы приехали в нашу страну только лишь потому, что в вашей стране вам нет места. Это я люблю. И мы всех... Место под солнцем. Диана, место под солнцем. И мы всех ваших чернослопых просто трахаем в рот так, что вы меня не можете даже и слова сказать. Я так ждал этого жестичка. Я так порадовал, Диана. Вы молодец. Короче, Диана. Меня Анна зовут. Вы тупой или что? Диана лучше вам идет. Одна дает, другая дразнится. К вам, к сожалению, никто не дает. Такая жесткая такая. Тетя такая или девочка. Тетя, да. Вы нищеброд дядя, получается так. А вам как вообще живет? Вообще нормально? Не стыдно жить? Вообще ништяк. А как вот так получилось, что вот ваш папа вас не вытер об шторку? Почему он допустил такую ошибку в своей жизни? Диана, ты меня... Слушай, нифига, вот ты жесткий какой-то. Вы такой тупой, что вы не можете просто сообразить, что меня зовут Анна, а не Диана. Вот вы настолько тупой. Да какая разница, бля, как тебя зовут, бля. Так вы у папы спрашивали, почему он вас не вытер шторку? Ой, не спрашивали мы. Диана, меня никто не любит. Меня никто не любит. Спрашивали. А почему вы... А почему Диана, вы вот так раз говорите? Диана, полюбите меня, Диана. Вы что, хач получаете? А вы любите, когда вас хачом называют? О, Диана. Вы же хач получаете. Хач. Диана, хач? Давай в ресторан, может, сходим. У меня Феррари. Я Феррари. Тебе народ дам, ты в ресторан. Скажи мне, слушай, вам нравится, когда вас хачами называют? Диана, поехали в ресторан. Магомед, подожди, слушай, давай на твоем языке поговорим. Поедем, повыпьем немножко. Фигуль у тебя, разве что, красный и фигуль у тебя. Диана, есть хороший кокос, нормально. Подожди, Магомед, мне твоя шаурмичная не нужна. По базарим о жизни, о том, о сём. Да ты, дебил, о чем с тобой базарить? Молодец, Магомед, о чем с тобой говорить? О, какой ты жесткий, Диана. Слушай, давай вот ты не будешь окончательно тупым. Диана, давай зарабатывать. Подожди, Магомед, да куда зарабатывать, у тебя ума не хватит давай зарабатывать. Давай бизнесом, заниматься давай, худем. Смотри. Худем. Так как ты, такой максимальный нищеброд, максимум. Который приехал в Россию чего-то попытать, какой-то своей, не знаю, какой-то или еще что-то. Господи, ты можешь заткнуться? Давай, можешь заткнуться?
заткнулся. Да не пизди дальше, я тебя так слышу нормально. Ты хорошо. Ты можешь заткнуться? Так хорошо получается, девочка. Да ты меня просто перебиваешь. Да похуй. Как, меня, не тебя, знаю, давай. Тупая да, хачина какая-то. Пизди, и мне, понял, неудобно с тобой говорить. Да закрой рот свой. Поехали в или тебе нужен для этого свет твоего друга. Слышь, поехали в сауну. Наконец, слышишь? Рот закрой. Поехали в сауну, будем трахаться. Я тебя трахаю, нахуй. Я тебя выебу. Поехали в это. Сауну, я тебя хотя бы есть ебать. Магомед, у тебя хотя бы есть чем? У тебя члена нет. Да хуй ты, я палку возьму. У меня есть хорошая палка. Какой ты дебил только, боже мой. Заебись бы там в сауне нормально. У меня есть друг, кстати, знаешь? Друг? Вот мой друг говорит, что твоя мама очень классно сосёт. И сестра твоя тоже. Вот прямо говорят, что вот вчера ты рассказывала, что вот маму Магомеда Абдурахманова так отжарил хорошо, боже мой. Просто и в рот, и туда, и раком, и боком, и Поехали.